по-моему, тут комментировать нечего, проиграли. Ну, нам надо было выигрывать, все-таки игра за 6 очков была, но не получилось. Чувствовалась какая-то вялость, это последствия Кубка Шпенглера? Ну, я думаю, там какие-то отмазки и оправдания неправильно искать. Все, как бы, все от нас зависит. Все равно надо выходить выигрывать. Как физическое состояние все-таки? В новогодние праздники играли, и вот сейчас уже сразу после Нового года и видите, какая? Ну, у всех команд праздное расписание, все команды играют. У них сейчас не надо искать какие-то оправдания проигрышам. Насколько было сложно перестроиться после горной местности? Ну, не знаю, мне лично я сильно не почувствовал, тем более все равно было несколько дней выходных и несколько дней на акклиматизацию. Сейчас еще предстоит серия домашних игр. Это положительно для команды, как считаешь? Потому что именно дома так много. Положительно будет, если будем выигрывать.